This program brought to you by cdance.com. My name is Vladimir Kolesnikov. I was born in the Russia, St. Petersburg. I'm graduation Vaganova Academy. And after graduation, 23 years working Kirov Ballet Company. Работа в Мариинском театре дала очень много. Я не знаю, в каком-либо другом театре можно было бы получить такой хороший экспириенс. Потому что Мариинский театр обладает потрясающим репертуаром классического наследия, которое очень бережно сохранил и пропагандирует до сих пор. Это жемчужины такого классического наследия, такие как Байдерка, Раймонда, «Спящая красавица», ну, конечно, «Лебединое озеро», «Дон Кихот». Ну, все спектакли, а такой спектакль, как «Бахчисарайский фонтан», он, в принципе, вообще мало где идет. Это спектакли, которые рождены именно в Санкт-Петербурге, именно в Мариинском театре. Да и вообще сам город... Петербург, это город вот этой классики, вот эти классические ансамбли зданий. По-моему, любой танцовщик, который родился и живет в Петербурге, не может танцевать иначе, как танцует в Мариинском театре. По-моему, этот город заставляет танцевать именно так. Ну, что такое счастье, сказать однозначно невозможно. В каждый период своей жизни человек бывает счастлив по-разному. Когда я был маленький, я был счастлив, что я рос, что я воспитывался в семье. Когда я подрос, я учился в Вагановской академии, у меня было много друзей, у меня были прекрасные педагоги, я тоже был счастлив. Были трудности, да, было трудно. Мы работали, простите, с 9 утра и до 10, иногда вечера, целый день. Мы не успевали поесть, обедали даже в школе. Приходили утром, рано вставали, приходили поздно вечером домой. После окончания училища, академии, ну, это, наверное, все-таки были самые счастливые жизни моей жизни, это, конечно, работа в театре. Я очень рад и благодарен всем, кто меня, как говорится, выучил, кто меня воспитал, и что я попал в Мариинский театр, в этот храм искусства. Я обожал танцевать. Я обожал именно танцевать. Я всегда считал, что работать... Я не работал в театре, я служил искусству. Я всегда считал, что тренироваться, работать, это надо в зале. Вот очень серьезно, до изнеможения. А на сцене надо получать удовольствие. Нельзя работать на сцене. На сцене надо иметь вдохновение, надо слышать музыку, надо иметь эмоции, и эти эмоции передавать зрителю. И только в этом случае, я считаю, когда ты отдаешь, то зрители это получают и отдают тебе своим признанием, своим восхищением. И вот здесь, вот именно в этот момент происходит тот контакт артиста и зрителя. И как раз этот момент, он и возвышается вот к тем небесам, когда человек чувствует себя абсолютно счастливым. Я считаю, что это так. Сейчас, да, период, когда я работаю, как говорится, педагогом. Да, мне нравится эта работа, мне нравится учить детей. Я люблю это дело. Я не могу работать, сидя на диване, вот сидя в кресле и показывать там вот, руками, сделай вот это, вот это, вот это. Я встаю, показываю, я требую. Если мне нужно поправить ноги, я ковыряюсь в ногах. Я пытаюсь добиться того, но больше всего я хочу, чтобы дети поняли, что такое танец и что такое эмоции. Если нет эмоций, это не танец.
Да, можно вертеть 30, вот часто дети говорят, давайте фуэте, давайте фуэте. А что такое фуэте? Это трюк. Пойдите в цирк, там это делают под небесами, под куполом цирка, и делают, я вам скажу, не хуже, абсолютно. Пойдите в спортивную гимнастику. Она сейчас сделала такой прогресс, такой скачок. Балет на льду, эти соревнования. Они тройные тулупы вертят в арабеске там. Это фантастика. Я поражаюсь, как вообще такие технические сложности можно делать. В балете делаются, но мне кажется, это не главное. В балете главное, чтобы были эмоции, чтобы вы танцевали, чтобы вы... А чтобы были эмоции, что надо? Надо отталкиваться от музыки прежде всего, надо слышать музыку. А чтобы слышать ее, ее надо знать. Это я возвращаю опять к воспитанию. Вот слышать музыку, дышать вместе с музыкой, и только тогда будут эмоции, а не просто вышел и сделал техническую комбинацию. Это не интересно, это никому не нужно, это не танец. Танец — это совсем другое, это вдохновение. Как есть во Франции искусство экспрессионизма. Это искусство вдохновения. Художники на своих полотнах воссоздают свое эмоциональное состояние. Вот это искусство, это я понимаю. Так же и в балете. У нас немножко разный подход, может быть, в системе. В России более требовательный подход. Более требовательный. В американских школах очень... Как сказать? Боятся обидеть детей. Вот так, наверное. Я не знаю, может быть, это зависит от того, что родители студенты платят, студентов платят деньги за обучение, и школы часто зависят от родителей. В русской школе оплачивается государством обучение. И поэтому может быть больше требовательности. И не зависит от родителя, от таких нюансов. Родители не допускают, как говорится, руководить процессом обучения. К сожалению, очень часто бывает в американских школах, особенно маленьких, это происходит. Когда родители начинают говорить, а вот почему моя девочка не танцует то, а вот эта девочка танцует это. Вы понимаете, в чем дело? Если вы отдаете ребенка на обучение в школу, то доверяйте педагогам. Если вы доверяете, значит, вы доверяете, тогда доверяйте им полностью. Не надо говорить, ваш ребенок для вас всегда будет лучше. Это истина. Конечно, но не нужно сравнивать. Уж, наверное, педагоги, которые имеют огромный опыт работы, огромный стаж работы, вкладывают в ваших детей все, что возможно. И очень часто вот просят родители, а почему моя девочка вот до сих пор в первом классе, давайте-ка ее переведем во второй. Не надо этого делать. Всему свое время. Если вы раньше будете толкать вашего ребенка перейти все выше, дальше и дальше, она недополучит той основы, которую могла бы получить в первом классе. Ее надо закрепить. Нельзя переступать через какие-то правила, через какие-то градации. Это неправильно. Когда вы начинали читать, вы же сначала учили буквы, вы не сразу читали. Абсолютно так же и в балете. Надо выучить вот эту азбуку. И только тогда, когда вы ее знаете, постепенно переходить к более сложному. Вот тогда вот этот бейсик у вас сохранится, и у вас прогресс в дальнейшем будет гораздо лучше, успешнее и быстрее. Посмотрите, когда вот бывает танцовщик танцует, да, он прыгает, вертится там что-то, но мы видим профессионалы, может быть, не вся публика это видит, но профессионалы это видят. Чем отличается
вот человек, у которого есть basic, от человека, танцовщика, который что-то упустил, что-то недополучил в младших классах. Поэтому младшие классы — это основа всему, всем танцам, основа всему. И этому нужно уделять огромное внимание. И ведь дело в том, что старшие классы учить, может быть, проще даже, чем младшие. Чтобы учить младшие классы, педагог должен овладеть методикой танца. Не показывать комбинации, как танцовщик бывший, как работает его тело, как помнят его мышцы, а знать методику, как, что и почему. Педагог должен разложить каждый элемент, каждое движение, батман тандю, как делается ЖТ, почему так делается. Все существует полностью система, которая идет от и до, как от А до Я, степ ту степ. Нельзя ничего пропустить. Всех ли балет? Я думаю, что балет для всех. Вопрос в том, заниматься этим профессионально или заниматься для души. Если этим заниматься профессионально, то, конечно, это нужно день и ночь тренироваться, тренироваться и тренироваться. Если для души, конечно, надо прилагать усилия, но что это даст? Может быть, вы и не будете танцевать, но ваша девочка получит хорошую осанку. Она будет идти красиво по улице, на нее будут обращать внимание. Это уже много. Она пойдет по жизни с высоко поднятой головой. А потом балет, он настолько организует, он заставляет человека понимать, как надо работать, заставляет понимать, как надо трудиться и думать о том, что ты хочешь сделать на следующий день. Планировать свое расписание. Я считаю, что если с детства приручать этому, то это просто потрясающе для жизни в будущем и для всего вообще. Для бизнеса, для чего угодно. Я не считаю, что балет не пользуется популярностью в Америке. Он пользуется популярностью, но не настолько в широких кругах, как хотелось бы. Ну, балет, как я считаю, это вообще искусство элитарное. Вот у нас раньше в России говорили, что искусство массы, и балетное искусство тоже пустим в массы. Я еще тогда говорил, долгое время назад, что балет не может быть массовым искусством. Балет — это элитарное искусство. Это не обязательно, что если ты профессор, то ты элита, и ты понимаешь балет. Совсем нет. Я имею в виду, элита — это человек, который любит, который знает и который хочет. Может быть и бухгалтер, может быть и рабочий, входить в эти слои, которые любители балета. И вот если человек хочет, если он любит, то тогда он и находится в этой атмосфере. Но и в Америке точно так же. Существует круг людей, которые любят балет, которые ценят и его преподносят. Но, к сожалению, как мне кажется, в Америке мало уделяется внимания воспитанию детей на примерах классического наследия. Не только балета, но и классической музыки, изобразительного искусства, скульптуры. Ну а если говорить об опере? Опера, я считаю, несмотря на то, что я балетный танцовщик, я считаю, что это более серьезное искусство. Серьезное в каком плане? Чтобы понимать оперу, ее надо знать. Знать обязательно. Часто слышишь мнение, я не люблю оперу, я не люблю симфоническую музыку, мне скучно и все такое прочее. Да, это серьезно. Это серьезно. Чтобы понимать оперу, надо думать. Это не прийти в ресторан развлечься и посмотреть варьете. Также и балет. Балет
Это может быть проще, может быть проще. А опера — это сложно. Но этому нужно воспитывать детей. Детей нужно водить на классические симфонические оркестры. Это развивает детей абсолютно по-другому. Да, сейчас вы должны, может быть, как-то немножко заставить детей, подтолкнуть их к этому. А потом ребенок, когда уже зная это, он сам выберет, чем ему заниматься. Заниматься легким жанром, заниматься серьезным жанром, классическим жанром. Но это основа всему. Всему основа. А, к сожалению, американские дети не всегда знают даже своих композиторов. Да, они знают Мадонну, они знают современных певцов, они знают легкую музыку. А классику, я считаю, что здесь это немножко упущение. Мне кажется, что родителям стоит об этом задуматься, потому что дети — это их будущее.